кидаться. Свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. А кто дыца? Враг отступит, враг падет, когда свет праведности коснется его. Сейчас поход на цитадель ледяной короны начинается. Ну давай, Мисао, дыца пойдешь. Да. Банановая верка. Оплеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Людотипка, ты тут? Которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. В другом канале. Но тебе уже не суждено. Силы есть? Скоро. Дуду типка, у тебя кто остался еще, кроме мэра друга этого? Просто не знаю, кого, кем зайти, надо да, подумаю. Есть. Кто на ФДК может зайти? И желательно, чтобы вам топорик не нужен был, отличие. Так ты же Энха взял. Ну, я хочу, чтобы он в Иршам успекнулся. А я пойду просто в ДД. Макгрегор тут? Нужно подойти поближе. Питкин, у тебя аж прокачанный этот спек. Ладно, я захожу на Растаршамана. Мисао, выйди с БГ и похили рейд. Что ты делаешь? Что за любви не врать, я уже... Как быстро раздуплился-то, а? Да я вот бегал. Вместо шермы взял Тор себе. Красава. Чё взял? Тор. А ну-ка, давай пати, сейчас я зашел. Пати. На шаман? Да. А Анка чё, не пойдёт? Улица. Ваня есть килька в банке, где он? Так, Элвим. Элвим, это кто? Это Альпич. А кто у тебя? У тебя ДК есть? Я ДКшником сходил вот в прошлый рейд. Я понял. Банановый, зайди лучше на Холипала похилишь. Там же Ваня сейчас, вот. Некогда сел. А кто у тебя еще есть? Ну все. А, блин, в аэродроиде, конечно, классно. А есть у кого-то сова? Да, у меня сова есть. Даксон уже поздно. Даксон же сова уже. А чё, он так и написал, что пойдет в БДК? Может, АДК? Ну, бананы. Будешь совой, пойдем в три хила. Холи прист, если чё. Ух. Зачем холи прист? Ну там если на проф надо будет. А ну это правда, проф.
Моровинд. Так, Питкин, это кто? Напомни-ка. Питкин. Ну, вроде как АДК. Все, я понял. Все, погнали, хилые. А, нет, подожди, тыкните на сон, тыкните на сон время. Идите назад. Идите, идите. Спрячься за стенку. Диплом, ты тут? Да, сейчас, 3 минутки АФК и все это. На пола нету. Фонтана. Ой, это как там первая плюха от стражи? 20% нормально? Так, по-клански что-то раздавал из бафов? Хорош. Да, не врывайтесь, ну блин, у нас один танк. Кто-то спекнитесь в танк. Питки есть БДК сейчас у тебя? Поклонский спекнись в ворота пала. Надо врываться просто в пачку. И там просто ворвались КД, как всегда. Дайте бафы, бафы, дайте. Подождите, давайте, диплома нету. Диплом там, ну, ушел, наверное, в турнир. Поманите диплом. Так, Поклонский тут. Раз, два, три. Дай какой-то рест. Странно. Он Ваня БДК. Давайте уже с Мишкой. Кот-то хоть интересный. Согласен. Ребро вас шокит, блять. Чарш БЭш покинуть. Да-да-да, я только хотел еще армию предложить после сурка зайти. Так заходи сейчас, блядь. Ну, я типа этот срок не. А Моровинг это ФДК, да? АДК. 5,9. Да ладно, там тотем на Мелихаст есть. Диплом ты в разуме, трезвости. Светлой памяти. Светлой памяти. Что такое? Будь предельно внимателен, тут ты с Мишкой танчишь. Ты готов? Ну, погнали. Ну, давайте. А есть его вреди? Моровинд, тут есть БДК еще? Налейте. БДК есть, но он там 5,4 лепенький. Интересно, огромный берет или нет? Блин, сагрили там, смотрите внимательно. Сбивайте косты. Mm-hmm.
только не с пульте там сзади, короче. За стенку. Зайдите, спрячьтесь за колонну, пока каст пройдет. Серёжа, а тут кем-то есть? А чё? А чё там контул ноги чарит? На лопасть или на... Ноги? Папки. Так. Там, короче, смотри, Ваня, если тебе крита не хватает при фулбафах, то там надо же смотреть. Чтобы я понимал, ханта при раскладе должна быть 75% крита при фулбафах. Подожди, Хера у тебя цифры. У меня 74-47, и я чарю ап. Он завышает цифры, Ваня, не слушай. Нет, я могу зайти скинуть скрин. Кинь мне на канал. Хорошо. А то, мне кажется, там без мешка никак не набрать. Брат, у меня профа, ювелирка, кузнец. А, у меня просто... Плюс два сокета и плюс типа еще одну бомбу. Так, это дед, рыба. Напишите руками, кто на кого рулит. Осколки же тут никому не нужны. Ретри нужны. Чуть Ваня чай попадаешь, лучше ап. Кто че бафал? Кто кулак сейчас бафал? Паладины, кто че бафал? Кулаки кто бафал? Хорошо, ретри, бафы, кулаки, поклонский крест, диплом, каску. Графит, дай шкаф, ключик ты тут? Ключик ты без своих хрустальных песен находишься. Я лечу. А мы тебя смоним. Я отходил. Сейчас скинем смон. Тыкайте в смон. Клонский дружище, ты тут? Идем пока в три хила. Вон он. Надоело в 4 ходить, будем в 3 ходить теперь. Каска, диплом, ретри, кулак. По-моему, да, я так говорил? Да. Поклонский крест. Дружище, поклонский, дай крест. Слава, ты медведем танчишь, МТ. Так, у нас этот Шинан уходит. Пересвет. Хочешь там один ДД какой-то пойти вместо меня? А, подожди. Добирайте рей спину. Ваня, возьми, есть у тебя фласка на спине? Не, у меня только опуская. Дали одну фласку, спасибо. Да я убрал. Они пиздят. Слышишь?
Да убрал я. Там было... А, блин, твои ЕП отнял. В натуре. А, бля. Сейчас сниму. Блин, все-таки шаурма лучше, чем сладкие торты. Я так и сказал. Так, чек на пол. Ты можешь эту почту поставить? Надо было пельмени еще купить. Спасибо. Было бы веселее. Майонез кальва на перепелином лице. А что, был брыгаться? Давайте баф эти ханта и начну уже. Торт с майонезом будет. Интересно, если надо сейчас такой рецепт забить, он вообще есть там в природе? Есть. Какой? Торт с майонезом. А давайте из Тири Навара поехавшие, пожалуйста. Ханты напуливайте на мишку и рога. Не, ну кстати, у нас ВДК нет. Поклонский готов. Давайте пристабав по ханту. Если тесто положить в майонез, оно более жирное получается. Кстати, нормальная тема, и майонез потом не чувствуется. Поклонский, ты готов? Знаете? Как у тебя вышло, что у тебя 6 тысяч? Ты чё обычный торт для майонеза? Почему Поклонского пишется, что у него 6902 ГС? Потому что у него 6902, у него знак вместо чешки. У него чешка не гербская. Вот знак вместо чешки. Поклонский, ты готов? Поклонский, не ФКш. Дайте мне по 5 хантам. И шаманом, кстати. ФКшит. Пельники будут, это без него убьем. Ну запили тотем на этого босса. Гутербол, допустим. Блять, твою мать. Жесть. Ладно, погнали. Хорош. Плохо. Диплом. Скажу, когда рост дать. Ой, мой рост. Этот. Сакура. Блять. Сзади шип на Поклонском, там все дела. На мне шип на шамане. Слить ром. Ред без хила. Слить ром быстрее. Так, танки разбежались. Диплом, убегай влево. О, вот это отлично. Отдаю чешку. Скажу, когда отдать следующий. Диплом, давай сапру. Бейте шипы все. Так, ДЦ в шипе. Так, Юльчика, давай чешку. Уже. Сейчас еще одни шипы будут. Так, опять ДЦ в шипе. Служу выйдите. Дима хранил. Дерево шип. Дерево, слейте кружочек, ё-моё. Не видите? Опять дерево на шипе. Да, 24.
без вихря. Осколки же никому не нужны. Надо. Мишка топ-танк, 6КДП. Ритри нужны. А сколько еще надо? Так, давайте топ-наручи. Топ-наручи на танка. Да, можно, я тебе дам. Кольцо на Мелика. Мурой, надо кольцо? А на Варану не идет, не? Так себе. Держи кольцо за 10. На успех надо кому-то? Бисовые наручи на танка, быстрее. Кварзин, передай, пожалуйста, поехавшему. Морвин, я тебе потом отдам, подожди, сейчас надо хилить рейд. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь. Да не, ну агрите там одну кучу, да они там вдвоем выхилят. Сейчас я подойду, помогу. Так. У кого-то есть второй танк на леди? Мало зайти. О, подожди, Поклонский протопало. Поклонский, ты тут не ФКш. Спекнешься в танка. Смайлик сейчас напишет, тебе нет. Можно в две мишки пойти. Два мишки. Это еще будет веселее. Это дам это как я брин. Поклонский, ты тут? Спекайся еще с танка. Не с ГП. Так, бафы по банановой, кушай рыбу. Что еще сказать вам? Поклонский, ты в РК? По-моему, нет. Поклонский, ты слышишь? О, тут пояс справа в трэше лежит. На припал. Дательный лежит с духом интеллект. Я пока не могу использовать эту способность. Говорят, топ на рогу. Пися, бери. Так, ладно, чек на пол. Капли сливайте с пула. Здесь допады с пула. Помогайте мне контролить блит. Так, пошел макрос на пол. Дневники слева, РД справа. Это место станет вашей могилой. Так, трэш вышел, все в трэш. Там еще моб с лестницы вышел. Сейчас будет контроль. Стоп АУЕ. Все играем точечно. Смотрим, сейчас будет контроль. Справа трэш добить. Так, я квадрат законтролил. Контрольте еще рогу первой пати. Быстрее контрольте.
Умирающие люди, блядь. Так, трэш сейчас выйдет. Все в трэш. Короче, будет 3 трэша. ДПС он меньше, чем в прошлом рейде. Давайте все в трэш. Хелика, давай гем на ману. Ставили тотем. И на Реандриксу заливаем. Помогайте проклятие диспелить. Сейчас будет контроль, смотрим. Контролим людей. Расконтролили людей. Квадрат, трусы, луну быстрее. Диспельте с леди. Стопать будем? Да, стопайте по леди. Стоп по леди, ждем трэш. Эскейп нажали все. Вот, сбивайтесь с леди. Ждем трэш. Так, вышел трэш, давайте в трэш. Так, первый танчит вот на него на пул, потом поклонски. И набираем дистанцию все друг от друга и отбегаем от духов. Так, расконтролили людей, расконтролили людей. Квадрат законтролили, играйте все в трэш. Луну еще законтрольте, АДК законтрольте. Все в трэш сыграли. Забили на леди, играйте в трэш, отбегайте от духов. Капли раз опять завязайте на рейд, паладины, звездопады. Все, отошли от духов, отошли от духов. Хорош. Так, вышли духи, отбежали от духов. Так, давайте на Поклонского напуливаем. Сейчас выйдет трэш. Расконтрольте людей. Трусы. Трусы в контроле. Два хила в рейде. Отбежали от духов. Играйте в трэш. Отбежали от духов. Странно, что он рост не дал. Теперь на мишку нападут. Отбежали от духов. Отбежали от духов. Блять, рост еще на КГ. Отбежали снаружи. Отбежали от духов. Веди в другую сторону, леди. Расконтролили людей. Квадрат законтролил. Бейте трэш. Давайте рост. У меня КД, я отдавал в этот контроль. О, понял. Я тоже. Вышли с лужи. Вышли с лужи. И на рез везде залили. На Поклонского. Помогайте диспелить. Болезни диспелите. Ни один не могу диспелить. Все. Трэш добейте. Там один трэш с щитом стоит. Опять вышли духи, отбежали. Сейчас контроль 2 секунды. Добивайте босса и контрольте людей. Да расконтролили. Давайте эфирную зону. 3 человека в контролируемой зоне. Так, шлем на танка на мейн. На оф. А он на кого идет? На холи приста и на БДК. Так, тапки на Мелика. Давай зелень роль. За 100? За половину. А за 10 давай. Ну давай за 10, это 290 гп будет. А, давай за 10. Ронтика надо кому-то за 10%? Видишь, и за 10 никому не надо. Беру на распыл, вот 98, бля. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. О, я хилил без оружия. Что-то за жизнь земли.
Так, бой не спал, да? Спал. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Эй, как дела? Запускаю. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться. Смотрите со смертельным врагом Лактарагар! Фу! Слетаем! Так, а вот эти ботинки типа нормальные навары, да? И там сила, вон крит. Вольф подгузники. Класс, сойдут на первое время. Вы видите? Что это там вдалеке? Петарда такая, блядь. Чё, починили? Пушка не разряжается? Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Солфангом! Подожди, а когда ты рога пушки сидит, же орбитва не... А, ну ладно, это все равно не важно. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом! Заклинать! Давайте все на мага. Так, Морвин, ты должен сделать этот спек с лужами. Я нет, не вкачу на лужи. Пять секунд заморозка. Разряжайте. Не повезло. Я понял. Ну, Даня, ты тут? Васап. Да, я здесь, слышно. Так. Нужен какой-то ДД ЦЛК. Поёшь? Да. Который будет станить на лече Вальку или просто Ретрик. Ну, Ретриком вчера был КД. Ну, тогда заходи на Рогу или на КТ, да, или на Н. Нормально будет на полную мишку, слышишь? В ФДК заходи. Ну, и в ДК заходи, в ДК нету. ФДК КД. Давайте шкаф. Давайте форки туда. Не-не, надо чел, который станет на Вале. Так что там. А короче, это бис. Походу. Ну. Вот как ты знал бы, если бы на офи играл? Я открылся только что патч. Наверное, я просто... бы спросил у тебя, дружище, наручи эти навары идут или нет? Да так ни у кого этих наручей не было бы.
я носил. Меткость там, если добираешь, ну, если хуёво с меткостью, то можно носить. Да. 5.06. Чё 5.06? Процента. Ну, значит, не очень, надо будет камни перебивать, сам думаю. Так, тогда перестаю. Вы должны бить взрывом разума. Запускайте Сурка и сумоните Зобота. Сначала сумоните Злоба. Пришел сумон Злоба? Да. Да. Понимаю, это Стивен запустили. Да я вижу. Так, ханты надо? Васап нужен топ на пул, на топ мишку. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Дайте сказку Вару, пожалуйста. Так, и счеты Алтера. Мы назвали его Дранош. Сейчас поставлю это на 5. Вот эти же бафы по руге. На успех. Шэдоу, ты на оф? Татэн, поставьте под центр. Банановая, ты на мейн? Поставим, поставим. Дайте на бафы там, туда-сюда. Будьте так добры, кулак вроде бафните. Ретри, бафы кулак, диплом каску. Быстрее, 23 секунды. Вуди, ты можешь поставить тотем на МП5? Да, могу. Ставь туда. Бафунки каску по местам. Какой напулевый? О чем ты? На сколько счета ГП? На 70. Давайте трэш бьем. Круг вышел уже, сейчас вырастет. Ух. Давайте еще один трэш. Луна идет в рейд. Луну заберите. Луна вырастет, убьет сейчас. Давайте последний трэш. Боксом только ты смотри, отмигай. Варзи, не бей трэш. Все, можешь дать Сакуру диплом. Так, Банана, передай Шэду ДЦ тогда. Что ты? Холи писта Эрдру. На оф. Завоеватель.
подскажите, кто выше ПВ и ПГП? Ретрия выше на печеньку. Открыть портал, портуйтесь. И ребафните каску, все закончится. И Сау пошли хилить, на 3 хила всего лишь рейди. Фласк на ДП продаст кого? Ну что ты делаешь? А, бля. Она. Давайте тут другую бить. Надо, чтобы она тебя. Вот. Тема для баг-репорта. Иди на мост. Подожди. Че, ладно, он должен разбагивать. Вторую давайте. Быстрее, кружок. Да, дайте кольцо льда и отойдите от кружка. Можно на рек по крестам, пожалуйста? Два пала, я тотем ставлю. Ну, я знаю, что два пала крестам, рассказывал. Рек по кресты и кулаки. И кто там же сбивает? Что, не ставит? Ну, просто коты будут без кулака. Ладно, тогда... На. Ну, а еще один чувак, которого рубит жестко. Какой вообще ДПС был? Не 324. Не стоит-то танка. Сау, дружище, ты тут? МТ упал. Тан, дайте. Тан по танку. Захильте. Я буду за тобой следить, покажешь ты или нет. Две собаки. Идите назад, сагрю себя. Ладно, я не видел.
активировать? Не медведь лежит. Да все, я сниму сейчас. Так, слушайте, кто на рейндж. Так. 3 ШП. Графит. 2 ханта. Доксон. Вот где вторая сова? А, банан, банановая тоже. Дайте. И фулбаф поваром. Поваром, фулбаф, будь ласка. Дайте шкаф. И кресты давайте. Да. Левину шаурму, пожалуйста. Бой, за сколько секунд ты даешь 3 спела? И способности. Не знаю. В общем, 2 ханта, 2 совы, 3 ШП, лок и протопал. А какое надо вместо двух вещей? Куда эти таланты? Не, оно в 3 должно быть вкачано. Обязательно в 3, но никак не в 2. Либо ты его вообще не качаешь, либо ты его качаешь в 3. Клеркасты не качаются в медведи. Забафайте, пожалуйста. Вот это знамение ясности, да? Да. Не знаю, где я смотрел. А на мишка, а на кота качаются, да? Кулак, клапу, крестобаф. Ретри, дай кулак по палам. Каску по хантам. Поварам каску, пожалуйста. Сейчас, подожди. Так, все готовы. Сейчас короче. Ну и все под боссом, если блюет в рейд, перебегаем. Бабл есть или КД? КД. Перебежали. Лу
уже разливается. Совы, двигайтесь, дистанцию набрали. Ой, ты ж перебегай с рейдом вместе. Перебежали за спину, рейд. Вот, перебеги. Так, в Мелизоне сейчас будет большой снизин. Я отдам чешку первый. Больше никто не отдает чешку. Перебежали. Уже смотрите. Перебежали. Отличные новости, народ. Я починил трубы, хотя подача не дает и слизь. Перебежали, только не в лужу. Наново подними Юльчика. Я ее еще бабл, и спойте гимн на хп, пожалуйста. Перебежали. Оксана, глыбу прижми. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он остается... А что нам про товара идет, нонсет? Голова. Ого, да я поэт. Потрясающе. Та, которая с леди упала? Да. Станички тоже неплохо. Станишки не канают, там мастерство на сетовских. Целое мастерство надо. Слав, кстати, получишь там в кота и бьешь как в коте, только вместо полоснуть вещами. Ага. Ну, вещи ПКД, короче, так же это тоже взорвать, да? Войт, слышишь? А. Одень, короче, волю и не отдавай барсик, попроси на пол. Да, на пол. Потом, короче, 1014 ДПС в мишке будет нормально. Кстати, что у тебя ХП мало? Ну, конечно, мало. Тут еще чего нету. Чего-то нету, короче. Один профессий. Профессий нету. Я, может, не стоит одевать чешки, я не знаю, тут 9 стаков. Или одеть не убьет. Какие интеллект, пожалуйста. Ну ладно, не надевай там. Лучше не буду рисковать. Интунайт. А, кулак по шаманам дайте, пожалуйста. И перед полом тоже, ну, меняй форму, чтобы тебе 10 энергии было и сразу с чаржа начинать. Спасибо. Так, все готовы? Макрос на пул. Порки, череп, квадрат. Yeah.
случае дал рост для павших, там должно откатиться на третью фазу пропа. А Юра, хильте, меня не достаю. Я еще когда скажу, дашка. Потом диплом. Скажу когда. Почему две газовые споры, газообразные споры? Давай, Юшка. Заметили это, две споры только. А, может, на... не знаю, это как-то связано с Поклонским, что он в рейде. Так, я блюю. Диплом давай, кап. Могу хилить. У кого Shadow Resist стоит, паладины? Меня. Ну, прыгнешь тогда. Ставим. Я... Сдохнем уже. Поэтому забирай. Поэтому забирай на 8. Как спас хантах 5% хп. Ну, значит, багруха Джора. Я его даже чувствую. На танка. Пояс. Офспек. Морвин тоже 4 шмотки у нас, да? Танк. Или 3. Все, следующее КД будет ПДК. Ретрики. Пояс на хули писта. На лице можно. А вот этот переломанных костей лучше, чем у захладного духа. Ну, вроде как на танка, я слышал. ТДД вроде как 30%. Ну да. Тогда делку кинешь на этого графита. Идите на шкаф. Мне бы спал или захилить? Захилим. Графит. Кидай на зеленого слизня проклятие косноязычия. Клонский, ты тут?
Что я косо в коле пристал? Да не надо. Так, значит, главное, чтобы хилы не сбегали в зеленую, вы поняли, да? Так. А если один из хилов бежит с красным? Ты это говоришь? Что ты говоришь? Я говорю, если один из хилов побежит с красным, тогда только два хила вообще останется. Ну, тогда ты дашь кину от хил. И все, кто не умрет. Стаю выключите, да. Тут много вариантов, можно вообще в два хила хилить. Давайте кто-то из контов защиты природы. Дух. Зачем два шамана вреди? ХДК нету. Приходится тотем ставить. А. Пить рыба. Сейчас это пиману начнем. Дайте бафы по поклонскому. Каску. Писта баф лапу. Так, давайте определимся. Так. Кружок Мелизона. Квадрат РДД зона. Черепу. Диплом, ты же знаешь, как пить лужи? Конечно. Пей столик. Одну уже оставишь на переходку. Первого этого зеленого слизня, вот этого сейчас, который выйдет на первой фазе, не замедляй. Будем стопать. Если квадрат спадет, блин. Плохо. А, тю. Тм. Вот, боже хил. Стопайте по профу уже. Лайфхак для хилов. Становитесь сзади РДД зоны. Миликов потом все равно прохилим. Стопайте по профу. 4%. Вот хилы. Каст вешай. Хилы отбежали. Милики отбежали квадраты. Не бежать. Ну, поехавший молодец. Приводите профа. Докс, подними поехавшего. Зеленые к столу, красные. РДД бейте красного. Далеко был. Ну, блин, я далеко был просто сырял. Красные РДД сбежались в зеленого. Сбежали от зеленого. Мы на цели красного. Сбежали все в череп. Немец на красный умер. Мы на цели зеленого. Бля, два человека там было. Так, банановая поднимай Элвину. Юльчик суслятку. И все, пока. Красный выйдет. Пельмени смотрим. Докса, не стой в пельмени. Полбок, не стой. Уред ловит пельмени, ДПС слабый. Так, пельмени отбежали колбу. Вот, передай чуму. Да, реализация старшиманов трехила сложновато. Так, РДД отбежали. Зеленый сейчас будет. Пельмени, смотрите внимательно. Милики отбежали в РДД зону. Так, я по возможности захилил на фул. Отбежали в череп, хилы отбежали. Зеленый, передай чуму.
Так, пельмени отбежали влево-вправо. Будет еще красный. ДДД, переключились красного. Вижу. Турок. Пельмени отбежали. Давайте в красного быстренько сыграли. Великий красного. 37. Да. Ну, сначала красного. Колбы отбежали, веди к столу профа. Переводим профа. Колбы отбежали. Отбегайте, колбы. Ну просто от перемены идут сразу минус 3 человека. Давайте звездочка. Это зеленые. Все к столу. Все к столу отбежали. Все. Допила последнюю лужу. Эти диспели. Красные РДД сбежались. Давай сакру. Все, не давай пока, не давай. Череп сбежались. Так, похилил. Еще разок. Череп. Так, диплом, прожми срезку с агри босса. Диплом. Там мы далеко перестапали. Сейчас. Был вообще прям. Сейчас, подожди. Поклонский станти босс. Сейчас скажу, когда. Два. Отдал таунти. Забирай диплом, забери. Дец, реакция маленькая. Ну, ты вообще что-то стаунтил, да? Уже не надо таунтить. Колба. На Фурика, на Ретрика. Надо поехавший. Да, на Фурика, да, нормально. Да. Пойдет. Задесит. Сменишь наконец-то эту триню. Горитель. Тоже Навара пойдет. Слушайте, можете поставить шкафу света с моим мутлями? То я хил. Пока добегу. Там триня у тебя стояла, а ну-ка. Зеркальце там какое-то. Что, зеркальце лучше, чем голба, ну-ка? Правдивое зеркальце. Чем голба. Да, оставляй. По фурику голба вообще ни о чем вычопаться. Да ладно, все. Да, ну, ладно. Просто так. А если меткости нет вара? Тунару сейчас кораблей. Тувару по-любому меткость собирается, 5% собирается. Вообще не заметил. У меня есть меткость. Ладно. Я слышал, что носовой это пис. Колба нормально носовой, кстати. Носил. Кончено. Поисумните еще разок. Да, носы пешочком. Ну вот умирает. Поклонский, пожалуйста, спикни с танка, помоги трэш побить. Он сказал, ну прыгай. А, нет. Ну, кстати, надо ему отменить ЕП. Подиспальте магию.
слышишь, блядь, иду типа хиль меня, ебаный стык. Че меня роняешь? Короче, срывай нахерен все, тупо все срывай справа и все. Смотрим, выживешь ты или нет. Видите, тактика. Да выживет, наверное. Ну конечно. Мне сложно. Я просто внизу постою. Давай, Алин уже. Давайте кольцо, да. Пусть без точечные станы даем разным момом. Ну, кто получает урон из миликов, отойдите что ли? Ха-ха. Не захилил, просто нету, не было времени. Не, не духом, прорессить его. Ладно, давайте по контролям. Звездочка хилика, жерем кружок, остальных вот сливаем подрав. Идите, контрольте. Старайтесь сначала быть командира. Все, бейте звезду, звезда с контроля вышла. О, кто пароль от риска-то знает? Здрасте. Дайте фулбов. Джерем знает. А дайте стволик, помоги. Каску шаману. Знает, просто я жмук и муж Татьяны. Он иногда заходит. Это на бугает, сидит. Иногда заходит на бугает. Чё? Просто, наверное, сидит. Ладно. Ну, пол. Кто двоих танчит, кстати? Мой. Классно. Думали, что одолели нас. Паску по магам. Диплом. Маску помогу быстрее. О, отлично. Так, не берите дистанцию, сейчас будет вихрь. О, блин, Войт, прижмись далеко. Диплом, забыл сказать про сакру, ладно. А была сакра, кстати?
На то, сейчас Тулдаран закончится. Я до сих пор Тулдаран. Так, может мне Келли Рос дать? На Тулдаран будет поздно, наверное. Станцию набрали, Сакку покажи. То же самое, что в прошлом рейде, блядь. Не, не то же самое. Там тоже воятель плащ и еще что-то. Поэтому...